Всем привет, это Айс, а это серия роликов игрушки WoW. И в этом ролике я расскажу, как получить отличный предмет для телепортации под названием «Последняя реликвия Аргуса». Данный предмет является артефактом Дринеев, поэтому для его получения нам понадобится археология. Ну а каждый артефакт собирается из каких-то фрагментов, поэтому мы будем их собирать. К сожалению, очередности сборки артефактов нету, ее решает тупой рандом. Поэтому здесь вам придется полагаться только на удачу. Зато собрав этот предмет, вы получите действительно качественный телепортатор. Единственный минус, конечно, он телепортирует раз в 12 часов, но телепортирует в одно из 20 мест. По-моему, ни один из имеющихся на данный момент других телепортаторов не может такого сделать. И это очень круто. Этот предмет просто должен быть в вашей коллекции. Ну, конечно, если вы не маг, у вас нету затруднений с перемещениями. А так, любому другому классу она очень пригодится. Еще стоит добавить, что все эти 20 мест, в которые вас будут телепортировать, они довольно уникальны и красивы. Поэтому, ребят, соберитесь и сделайте его, он достоин быть в вашей коллекции. Ну а на этом все, если ролик был полезен, ставьте лайк, оставляйте комментарий. Еще лучше подписывайтесь на канал, впереди нас ждут новые приключения и много всего интересного. Спасибо за просмотр и до новых встреч, пока!